Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня я представлю вашему вниманию стиральную машину Hanze WHK548. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Ссылки на магазины с выгодными ценами вы найдете в описании под видео. Буду рад вашей поддержке, поэтому пишите комментарии и ставьте лайки. Стиральную машину Hanze WHK548 можно спокойно устанавливать в маленькую ванную комнату, ведь глубина у нее всего 36 см. Загрузка 4 кг, регулируемый отжим до 800 оборотов в минуту и 15 программ. Оптимальное сочетание простоты и функциональности для вашего дома. Современная панель управления с многофункциональным дисплеем значительно упрощает пользование стиральной машиной. Можно быстро настроить параметры и контролировать оставшееся время работы до конца цикла. Для сильно загрязненных вещей одного цикла стирки может быть недостаточно. Используйте цикл предварительной стирки, который длится 20 минут, после которого сразу начнется цикл основной стирки. Такое сочетание программ гарантирует чистоту даже очень грязных вещей. Программа «Быстрая стирка 15 минут». Эта программа короткой стирки – одна из самых коротких существующих на сегодня. Она используется для быстрой стирки слегка загрязненной одежды и обеспечивает такую же свежесть, как после полного цикла стирки. Специальная программа ручной стирки белья при температуре не выше 30 градусов. По окончании цикла используется функция автоматического слива воды вместо откачки, что защищает деликатную одежду. Самая популярная программа для стирки белого и цветного белья. С ее помощью можно постирать, например, постельное белье, полотенце и другие хлопчатобумажные изделия. Часто мы опасаемся стирать в стиральной машине наш любимый шерстяной свитер. Стиральные машины Hanze обеспечивают бережную стирку шерстяных вещей при низкой температуре, защищая их от деформации. Программа «Спорт» – эта программа особенно полезна для людей, которые ведут активный образ жизни. При использовании программы «Спорт» весь цикл стирки занимает 40 минут. Блокировка управления – эта функция особенно полезна для семей с детьми, так как не позволяет детям случайно изменить настройки и программы стирки. Нужно лишь нажать на две кнопки, чтобы активировать функцию блокировки. Программа «Baby Comfort» – эта программа предназначена для стирки одежды детей и людей с чувствительной кожей. Основная стирка стандартно проходит при температуре 30 градусов. Возможны настройки температуры 40-30-20, холодная вода, а далее следует два полоскания. Контроль перелива воды. Специальный датчик контролирует объем воды в баке и при повышении необходимого уровня включается сливной насос, который удаляет излишки. Благодаря этой функции не придется беспокоиться о качестве стирки или риске затопления. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Тяжело вынимаются транспортировочные болты. Инструкция немного мудреная. Очень долгие программы стирки хлопка. Теперь перейдем к положительным. Сборка аккуратная. Мотор китайский. Верхняя крышка проклеена от протечек внутрь. Барабан разборный. Режим экспресс 15 минут просто супер. Не сильно шумит. Не прыгает при отжиме. Узкая, для маленькой ванной комнаты. Хороший внешний вид. Спасибо, рад, что досмотрели до конца. Для покупки этой модели по выгодной цене следуйте по ссылкам в описании. А чтобы не пропустить новый обзор, подпишитесь на канал и включите колокольчик. Надеюсь на вашу поддержку, поэтому делитесь мнением в комментариях и ставьте лайки. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».